Сегодня у нас 29 июля 2017 года. Я хочу вам показать, как мы делаем, саженцы для ежевики. В данном случае сорт Natchez. Стаканчики 0,8 литра. Вот мы так обрезку сделали. Наклонили. Засыпаем землей верхушку. Обязательно утрамбовываем. Утрамбовываем вот таким образом. И уже после этого немножко в ямку прикапываем на длину, которая хватает. И после этого будем поливать. Поливать этот саженец. И потом уже будем ежедневно поливать. А тут мы и другие саженцы также сделали. Такие же стаканчики посадили. Вот. Ну, данный сорт у нас еще плодоносит. Ну и саженцы можно делать. Вот так мы делаем саженцы.